На промышленном рынке судебными приставами арестовано имущество. А все потому, что один из коммерсантов годами не платил за коммунальные услуги. Компания «Т-Плюс» через суд подтвердила наличие задолженности за отопление и горячую воду – 125 тысяч рублей. Теперь эти долги принудительно взыскиваются с беспечного предпринимателя. В связи с тем, что добровольный срок исполнения судебного решения истек, судебные приставы в рамках своих полномочий произвели арест имущества должника, а именно опечатали торговые точки. Напуганные продавцы наблюдали за тем, как приставы опечатывают товар неплательщика. На самом деле бояться тут нечего, надо быть ответственным и добросовестным. Чтобы не попадать в подобную ситуацию, необходимо вовремя платить по счетам и проверять наличие задолженности. Многие должники думают, что мы к ним не придем и копят свои долги, но это не так. Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, все граждане могут зайти на сайт ufssp.ru и посмотреть свою задолженность на нашем сайте. База обновляется еженедельно. Незнание о долгах не означает их отсутствие. Безответственность может обернуться неприятными последствиями в виде начисления пени, а также расставания с имуществом. Кстати, у бизнесмена с промышленного рынка арестовали и автомобиль. Если должник добросовестно не погасит долги, то автомобиль будет передан на реализацию. Публичное акционерное общество «Т-Плюс» совместно со службой судебных приставов периодически проводит подобные рейды. Ресурсоснабжающая организация рекомендует вовремя оплачивать потребленные ресурсы, чтобы визит судебных приставов не стал неприятным сюрпризом. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости «Правды ТВ».